Привет, с вами ДК, и сейчас я расскажу вам, что такое осьминожка. Когда вы слышите, что командир Альфа, там, я не знаю, Дагатанг, сказал, делаем осьминожку возле меня. Он встает в какой-то угол для удобства, и все должны встать прямо в него. То есть, прямо в текстуры, тоже переться в этот угол, и не уходить больше отсюда. Для чего это делается? Командир таким образом собирает людей. Во-первых, собирает слышащих людей, которые знают, слышат его команды и выполняют. Во-вторых, собирает людей для какого-то нападения. То есть, когда он соберется там 15-20 человек, он знает, что они слышат, и может одновременно дать команду. Все взяли по танку и поехали, вынесли там соседнюю базу. И все сразу взяли одновременно 20 танков и выкатили на соседнюю базу. Осьминожка — это, получается, сбор пехоты именно в одной конкретной точке. Прямо так. Вот, собственно, и все. Всем спасибо. Удачи на полях сражений.